новогоднюю книжную полку веселую и интересную книгу Андрея Усачева «Школа снеговиков». В этой книге рассказывается, что где-то далеко на севере, в Архангельской или, может быть, в Вологодской области, есть деревня Дед Морозовка, в которой живет Дед Мороз и его внучка Снегурочка, а еще их помощники – снеговики и снеговички. Они ходят в школу, учат уроки, помогают Деду Морозу делать подарки новогодние. А еще они играют в хоккей и снежки, и также с нетерпением ждут Нового года. Я прочитала эту книгу с большим удовольствием и вам советую.